Приветствую всех на своем канале. И видео сегодня будет для тех, кто любит экзотические виды заработка. Много раз сталкивался с этим предложением, но вы знаете, я экспериментатор, я практик, и на практике решил проверить. И вам тоже могу порекомендовать попробовать, по крайней мере, потом поделимся своим опытом, работает или нет. Нашел вот такое расширение Peer to Profit. Возможно, кто-то слышал, можете, кстати, писать, можете, ну, свои впечатления, работает или нет. Вот установил приложение это на компьютере. Выглядит оно вот таким вот образом. Сейчас я вам его покажу. Вот такое расширение, то есть вот таким вот образом оно выглядит. Якобы раздает интернет и якобы какие-то деньги вам будут начисляться. Суммы, здесь написано, ожидаемый заработок с одного устройства составляет от 2 до 15 долларов в месяц. Пугаться не надо этому, можете установить абсолютно на любое устройство свое, на компьютер и идти заниматься своими делами. То есть вот здесь вот все непосредственно расширения приложений есть. То есть если на компьютер, вот для Windows скачиваете и занимаетесь своим делом, там идете на работу и ну, делаете что хотите, либо устанавливаете к себе, к примеру, на на телефон, на свой. Потому что почему-то вот здесь вот как принято, что оплата не непосредственно с мобильного трафика, она почему-то больше. Ну вот так вот оценили, почему-то больше. Вот если добавить источник, здесь чьи устройства. Помимо этого есть реферальная программа, конечно, по этой ссылочке вы перейдете. Все это установите, и мы будем тестить эту сеть. Вот у меня сейчас на данный момент подключен компьютер, и на свой смартфон я также установил непосредственно это приложение. Еще раз показываю, где приложение это взять. Вот здесь вот можете зайти, установить через Google Play, либо там App Store. Можете на iPhone на свой установить. Ну и, по крайней мере, попробуем, как это все работает. Вот какие-то даже суммы заработка уже пошли. Но я говорю, что я практик. Будем проверять эту теорию. Если действительно это работает, то я буду счастлив за вас. На этом я заканчиваю. Ссылочка на установку, на сайт, на этот и где установить, я вам уже показал. Регистрация простейшая. Можете через аккаунт Google, можете через электронную почту зарегистрироваться, установить это расширение, приложение и попробовать вот в таком вот экзотическом виде зарабатывать деньги. Ну, а если вы действительно хотите найти заработок в интернете, то милости просим на мой канал. Называется он Брискиндер Time to Create. Брискиндер — время созидать. И буду рад видеть в своих подписчиках. Всем привет!